Всем привет. Ребят, лайкосиков поставьте. Ну-ка, Васька. Давай. Давай, Сань. Поднимай. Давай, родной, давай. Пусть посиди чуть-чуть. Всем привет, ребят. Ну, как так вот сидеть, ну, упялиться, ну, в чат? Ну, Серый, посиди, расскажи, как ты сзади пятерочки валялся там. Как, что тебе снилось там? Мне. Как ты дядю Юру за бороду там хапал, за бутылку водки? Чтоб расскажи, у тебя и рассказывать нечего, что ли? Вот это упялиться и читать, когда домой? Тебе вообще нечего рассказать, что ли? Да по какому сценарию? Нет, не по сценарию. Ну, в самом деле, мне просто так удобнее. Ну, как, что бы он мне ни говорил. Он же, допустим, как удобнее, так он и будет делать. Хоть ты, хоть что-то сделал. Дядя Юра, да как живой. Позавчера мамке звонил. Юрию Павловичу надоел деревня. Он решил навестить Кохму. То есть он в Кохме. Остановился, уел упало. Вот. Значит, ну я думаю, значит, в ближайшее время, наверное, там у Гашка. Либо на стриме, либо, ну, в ролике где-то будет. Ждем, не знаю. Ну, там просто ни с кем связи нет. Сатанюга, у него то скользко, то дожди. То ливни, то нога не ходит, то еще что-нибудь. То есть с ним бесполезно. Да в ближайшем скором будут ролики, ребят. Подождите маленько, будут, никуда не денутся. Да нормально, да. Ну, блин, тут я выгляжу, понятно, нормально. Тут как бы я пил, не пил бы там пиво. Тут у меня как бы Серый рядом, ну, все равно контроль. Как бы там не было. Да есть такое, ну, блин, честно боюсь. Но я так думаю, блин, по приезду там, я не знаю, ну, наверное, придется ехать, ну, лучше, блядь, кодироваться, не испытывать нам. Зная себя, тем более дома, да, там действительно можно в такой отрыв уйти, что потом ни одна бабка не ошепчет. Бесполезна кодировка, пока ты сам не захочешь. Тоже верно. Так нет, это понятно, что без желания я не поеду, ребят. Смысла нет. На неделю. Его надо вот так вот за ручку взять, как маленького ребенка, еще прям на колясочке его вот, убаюкать, чтобы он уснул, и его везти в больничку. Я самостоятельно умею. Это же Вася, 36-летний ребенок. Мне надо спуститься всего-то 4 этажа. Ему только надо 2 бутылки пива, и сразу все, и разговор попрет на общей нотке, все будет чики-чики. Мне спуститься на 4 этажа, и все, больше ничего. Да я уверен, что он давным-давно не сдавал ее. Мне кажется, он ее сдавал, может, в детстве. Кого? Кровь. Какое детство? Ну, а когда ты ее сдавал хоть раз? В смысле, когда? Ну, у вас просто как дядю, в смысле? Ну, когда ты ее сдавал последний раз, кровь? Да вот весной. Это когда я на тюрьме был? Да. Ну да, точно, блин. Ну, Диман, ну не хочешь, не верь. А для чего ты сдал? Просто вот тебе захотелось, пошел сдавать кровь? Я просто ходил вместе с девчонками, ходили по больницам. Угу. Так. Я прошел флюорографию, потому что я за нее забыл. А зачем тебе это? Не работаешь, ничего, какая тебе разница? Все равно надо каждый год сдавать, Диман. Чтобы в карточке было вклеено. Я тебе серьезно говорю. Да я понял. Много этих у меня, кстати. Ой, как, в общем, как-то они замутренно называются. Сейчас 100% они пропали, потому что мы их, ну, я их, точнее, разжижил. 100%. Почетный донор, получается. Да какой почетный донор? Там взяли чуть-чуть, меня замотало в разные стороны. Почетный донор. Ой, Васька, ты такой сказочник, конечно. Да не хотите, не верьте, я никому ничего доказывать не буду. Ну и что, ты сдал кровь, а за анализом сходил посмотреть, что у тебя там? Я тебе говорю, так все хорошо, только много этих. Много в тебе, да? Ну, короче, больше, чем должно быть, короче, превышает норму. Вот. Но сейчас их стало меньше. Потом в туалете ее там. Да нет, она, кстати, болит. Печень-то? Есть такое. У тебя не болит? У меня не болит. У тебя вообще ничего не болит? Голова. Пил, что попало в свое время, Васек. Ну да. Ну с этим я не спорю. Ой, это они там такое пиво пили раньше. Что там?
Я не представляю, как вообще вот Андрюшка, Андрюша, дядя Юра. Ну ладно, Васька, там 5 лет уже не пил. Ну, даже нет, Димон. Да, я скажу, ты, Вась. Ну, скажи, скажи. Спасибо большое тебе, Вась. Вот, я просто не понимаю, как там Андрюха, допустим. Он, Андрюха, он каждый день пьет. Вот вообще просто каждый день. Он может напиваться в день по 2-3 раза. То есть он утром, рано утром встанет. Вот. Пошел. Найдет где-нибудь. За углом бахнет, еще с кем-нибудь увидится, бахнет, ему уже нормально, и он в люлю где-нибудь, у кого-нибудь. Потом просыпается часа через два, и опять глаза открывает, и опять ищет, что бы попить. И вот у него может продолжаться это вот с утра до ночи, пока уже к вечеру, пока уже вот прям, вот, прям конкретно его не срубит до утра. И пока все подъезды в Кохмине басыт, вот, то он не уляжется. Но он еще домой берет. Ты сам портвейн 3/7 пил? Ну, пил, конечно. У Андрюхи день сурка. У него вообще, его ничего не заботит. Мама накормит. Вообще ничего не заботит. Вообще без разницы. Он утром встал, глаза открыл. И пошел. И так до бесконечности, ну да. Но ты выпрямил, я тоже много раз рассказывал. Вот что Андрюк, что дядя Юра, они одинаково пьют. И пьют они не то, что там типа там Бискарёк какой-нибудь там или там магазинную водку ту же. Они пьют все, что горит, без разницы. Но только еще до этого нам не доходили. До тет-а-тет, там как они называются эти, ну, деколон-то эти. Или пили-то? Да по-любому пили. Пили. Да и ты тоже, наверное, пил. И я пил. Пил? Да. И что, и как на вкус? Ну, надо правильно пить, нормально все. Огуречком занюхивать, да? Нет, если пьешь огуречный лосьон, занюхивать вообще ничего. Блин, так это уже все, когда пьешь вот эту вот бодягу всякую. Шипр пил? Шипр, да. Да, да. Ой, Васька. А муравьиный спирт 100%. Это, да. Тоже пил? Конечно. Ну, бодяжил, да, его? Да. Там просто... Ну, давай здесь этот... Не, просто не знаю, сколько... Просто... Вы просто подумайте. Годами. Каждый день. Годами просто. Пить. Каждый день. Все, что горит. И в больницу вообще ничего не болит. Ну, так, что-то рука маленько там... этих таблеток обезболивающих выпить, и все. Кто? Ну, Андрюша, да и дядя Юр такой же. Ну, дядя Юр не больно таблетки, а вот Андрюха, да. Он тогда, помню, знаете, как на серого, это, обиделся на него, когда мы это, пришли в аптеку, сказали, что не продавали. Да, да. Дима пробовал хорошо приготовленное. Дядя Юра и Андреем нет. Не пробовал. Так он там его, они там его по земле весь раскидали. А это когда он за фотки уготовили, да? Угу.